Короче говоря, три последние. Все. Просто вначале у нас гитар не будет тяжелых. Три куплета сразу. Ой, три припева в конце, и все. Что? Это где? Это где вообще? А, ты про этот звук, это ситара. То есть это гитара не будет? Да. Это ситара, да. Ага. Нет, слушай. Бери как нету. Да ничего, ты там. Сейчас. Пока очень отдельно постарайся более любишь. Ты не заглушил. Да, я приглушу, да. Вчерашних грез яркость красок размыта дождем, и лихой полет прошлых дней странным кажется сном. Принимаю вызов твой, постигаю танец зной в новых ритмах и звуках иных. Мне знаком падений крах и глухой нежданный страх в мутных бликах сомнений моих. Что ты хочешь знать, хочешь испытать, как огонь я и воду пройду? Кем смогу я стать, что смогу понять, и куда все пути уведут? Мы их размножили? Трое превращаются, превращаются это в трое. Это уже не двоится. Четверица. Самые голодные участники группы. Ну так он же должен. Смотрите, ест, не стесняется. Дети голодные сидят, дети голодные, а он ест. Мне нечего сказать. Даже нечего сказать. Почему нечего сказать? Я не знаю. Нечего сказать. Кровать, наверное, есть еще больше. Он с кровать не говорит, что чай хороший. Чай. А на самом-то деле, наверняка, кофе. Почему ты чай не пьешь? Коньяк. Что? Почему ты чай не пьешь? Не может быть. Потому что мне никто не предложил. Ты за рулем, и у тебя дети. Да? Вот сумка. Тогда это не коньяк. Все-таки. Кто сказал, что Яна не улыбается? Степан. Не улыбается. Скажи, как у тебя дела? Нормально. Это хорошо. А у нас есть бубоник. Да вы что? Ага. Таких крутых бубонов больше ни у кого нет. Эти бубоны, самые бубонистые бубоны на свете. Вон оно как. Только у Янки есть такие бубоны. Яна, что вы думаете о сегодняшнем дне? Неожиданно. Неожиданно, хорошо. Передай привет маме. Только ветер, как и прежде, уносит покой. Только звездное небо по-прежнему рядом со мной. Гоня птицы, я лечу до своих берегов. Верю в то, что найду там покой, надежду и сон. We'll be right back.
смотри, Леша. Смотри. Джедля открыта. Потом баре на этих двух нотах. Четыре стороны. Только звездное небо по-прежнему рядом со мной. Нескрытая камера. Нескрытая? Нескрытая. Нескрыто снимаем. Нескрыто снимаем. Мы все это делаем открыто. Что же вы вот так вот, а? Ну как-то как на расстреле. Три девицы под окном. Приняли поздно вечерком. Я пытаюсь физику процесса понять, откуда берутся все эти артефакты. Я просто ее такого нигде не видел. Пока безуспешный. Только ветер, как и прежде, уносит покой. Только звездное небо по-прежнему рядом со мной. Более птицы я лечу. Анастасия, расскажите о своих впечатлениях. Писаться надо, писаться, время идет. Вон, пол первого уже. О, да. Нифига себе эхо. Да. Глаза поднимала, молила у неба. Прости, разбуди. Вдохнови его душу, навстречу шагнула холодному ветру. Вдохни в него силы, развей то, что души. Рано робить. Thank you.
мы заканчиваем. До новых встреч, друзья. Как сказать, заканчиваем? Наверное, начинаем. На сегодня заканчиваем.